бревно, 2006 год и стаж. Алена Глотова. Российская Федерация. Хорошо она сделала наскок. Не шаталась. Сложный наскок. Все четко. Ой-ой-ой. Упала. Ну, упала, да. Это еще так выглядит, честно говоря, со стороны. Как-то... Ну, переживаю, чтобы травмы просто не случилось у спортсмена. Ну, здесь очень редко бывают травмы. Просто бывают ногами бьются ягодичной частью. Вот там больно. Не получается, да. Сквозь так, скользящее движение, тогда больно им. Делает, дорабатывает до конца. Несмотря на падение. Несмотря на падение. Бревно это приблизительно такой же, как у нас конь. Бывает иногда на международных соревнованиях, что все упадут, а ты просто подойдешь, сделаешь, и ты первый. Было пару раз такое. Даже когда все падали, кто лучше дальше продолжил, чище. Кто не раскис, да? Да. Довел дело до конца, в итоге. Бывает и такое. Ну вот оно, падение. Но она здесь не дотолкнулась. Не дотолкнулась ногой, поэтому вращения по сальту не хватило. Упражнение на